Кто это? Черновол, черновол, большинство! Ну, привет всем! Начинается наш Евротур. Мы уже сутки в автобусе. Мы пересекали границу часов 5:30. И, ну, спали плохо, узко. Смотрите, кого я встретил. Андрей! Привет! Привет! Привет, рад тебя видеть. Привет, здорово. Классмен. Что делаешь тут? Работаешь? Я чеки коллекционирую. Я вот приехал в Польшу, потому что я коллекционирую чеки. Мне выдали только что 1, 2, 3. Мы едем на акцию в Нидерланды, поддержать Украину. Ура! Jestem mistrzem, kiedy robię znów kolejny ruch. Możesz uczyć się ode mnie, albo jak pasem na mnie pluć. Nie truć się tym, obudź się, uszanuj i nie marudź. Możesz mistrzem być jak ja, albo wbijać trumnę gwóźdź. What's your name? My name is Andrew. Huh? Andrew. Andrew. Ну, это самый центр Берлина. Мы находимся возле Бранденбургских ворот. Вот здесь мы устраиваем сердце. Полиция наша украинская. Нам пришла какая-то местная знаменитость. Вот парень, смотрите, вот он. His name. Михаэль Поповица. Михаил Поповица. Фамилия такая не очень популярная. Поповица. А Никита был здесь. Он видел Ангелу Меркель. Сфоткал ее. Сейчас постит в Инстаграм. Вон он, смотрите. Фанат Ангела. Передай привет. Две минуты и всего 3000 лайков. Ну, блин, это Ангела. Дочь Ангела. Тут как в фильмах, вот знаете, есть такая крутая поляночка, где все тусуют, просто сидят туристы. Это прям на фоне, видите, сзади этого огромнейшего здания. Это игра, да? Знаешь, кто быстрее вырыгает? Давай. Сергей, я хотел тебе официально сказать спасибо. Давай на колени тебе стану делать тебе предложение. Ты? Как люди реагируют. Смотри, какой. Я тебя благодарю, он тут на колени становится. Никита втянул меня в эту авантюру, а 28 часов в автобусе, ну, это того стоило. Алло! Алло! Ну, короче, уже начинает темнеть, мы попали в какой-то стрёмный квартал. Здесь турки в основном, сирийцы. Это не стрёмный квартал, мы сейчас идем в мотохипстерский район, который называется Кройцберг. А почему ты бежишь всю дорогу? Почему ты говоришь, темнеет, темнеет? Я от тебя убегаю. И мы идем там что-то вкусное кушать. Мы ходим по ночному Берлину. Красивенный. Это телевышка. Самая высокая в Германии. Два 43 по берлинскому времени. Мы ждем автобус. Спать хочется жутко. Две ночи, вот вторая будет ночь, которую мы проведем в автобусе. Фух, я туплю. Если бы еще отдохнуть, было бы вообще хорошо. Поэтому встречаемся в Амстердаме, а там, ну, это не то, что вы подумали, там будем устраивать акции. С утра глаза открою и увижу пред собою небо голубое, а в небе птицы, одену свои кеды. Продолжаем, мы в Амстердаме, вот так вот ездят велосипедисты, всем сигналят. Я вот в этом киоске, вот в этом, купил себе традиционную еду Амстердама, или может быть всех Нидерландов, это селедка. Аж водкой запахло. Селедка с огурцами и с луком. Сейчас буду дегустировать, расскажу вам. Погнали. Счастливые лица. Ну, похоже на нашу селедку, на наши огурцы и даже на наш лук. Целоваться сегодня ни с кем не буду. Быстрее, 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 быстрее. Мы в Амстердаме. Скорей. Нельзя терять ни минуты. Я побежал. Побежал, 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 побежал. Побежал, побежал, скорей. Фух. Надо все успеть посмотреть. Времени мало. Евротур. Получай, осторожно. Андрей, еще там посмотри. Где? Куда? Там, там, туда. Дом. Я побежал. Там надо посмотреть еще дом.
Фух, я позже включусь. Продолжается наше путешествие по Амстердаму. Ищу Андрея, который где-то потерялся сейчас и гуляет. Андрей, я же знал, что ты там прячешься. Больные люди. Вы думали, где надо было снимать клип на песню? Радуга здесь, радуга там, я тебя никому не отдам. Смотрите, как красиво. Плывет чудо Seaside Scene Амстердам. А я вам покажу, как нужно замешивать салат. Берем немножечко приправы, соуса, выплескиваем туда. Вот. А потом перемешиваем супер вилкой, которую дают бесплатно на кассе. Получается салат. Никита, готова. Тут уже чувствуется оживленность, не только в Берлине. Видится много-много-много. Короче, это квартал красных фонарей. И вот здесь вот маленькие улочки сбоку, туда все заходят, потому что в этих улочках справа и слева работают девчонки. И их можно ходить смотреть, они в витринах. Просят не снимать. Куда? Туда? Никита просто знает, он не первый год приезжает. Работает. Друзья, я тут что, знаете, кого встретил в квартале красных фонарей? Одноклассницу свою. Светку. Вообще, я в шоке. Ну, мы поздоровались. Но она как-то отвернулась. Ладно, я пойду еще кого-то, может, увижу знакомых. Тут русских, украинок очень. О, я знаю. Можем. Ребята решают, куда идти в кофешоп. Маме хочешь видео показать, да? А, мы идем в кофешоп, как называется? Мама? Мы идем в кофешоп, который называется Барнис Лаунж кофешоп. Блин, у него такой рейтинг низкий, 3,7. Давай пойдем с высоким рейтингом. Мы впервые. У нас это первый раз. Узнаю издалека, из кармана достану два косяка. Никита! Никита! Вот он, вот он, вот он, оп, о! Ничего себе, Никита! Да я здесь, Андрей. Ой, я думал, ты туда залез. Ej, powiedz mi, jak kolejny dzień tego życia tu zaczynasz? Czy za mała chodzi w cień, a siła woli wiedzie prymat? Determinacji bez wyci na pięć myśli grymas. Tak działa endorfina, stresu, depresji, wina. My сегодня с самого утра в польском городе Кракове. Знаете, что больше всего меня здесь удивило? Такси. Таких современных я еще не видел. Хотите, вам покажу? Смотрите. Вот они. И таксисты у них в основном девушки. Они все приглашают, и, ну, по тарифу там счетчик стоит на лошади прямо. Привет. Как вас зовут? Okay. Смотрите, какие милые. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Покажите, как вы кормите голубей. Отлично. Голуби. Это были голуби. Привет. Как дела? Hey man, what language are you speaking of? Окей. Язык молчания. Ребят, ты кормишь. Гуля-гуля, да, держи вот это. Хочешь, держи. Будешь снимать. Кто это? Черновол. Большинство.